Чпак. В общем, когда шарился в окрестностях, наткнулся на стайку ворон. Что-то хавали там, я так и не понял, что-то не хавали, когда уже туда ближе подошел. Но когда они у меня видели изначально, все свинтили, кроме одной. Та жадюка оказалась. Ну, это ее и сгубило. А первый раз стрелял 9-миллиметровым подшипничком маленьким. Чего оказалось недостаточно, как увидите дальше в видео. То есть я в нее попал, она притворилась дохлой, хотя уже кровью истекала на тот момент. Куда я попал, я не видел, в область груди ориентировочно. После чего, когда я поднял палку, которая рядом с ней валялась, ткнул ее, она резко взлетела и свинтила. Но улетела метров на 60, поэтому мне не составило труда ее там добрать уже более крупным подшипником. В общем, все увидите в видео. Хреновасто. Ладно, поможем, чтобы не мучилась. Все. Готово. Снимать очень сложно, потому что у меня нет экшен камер всегда под рукой. А когда она есть, нет ворон. А когда есть ворона, нету рогатки с собой. Или экшен камеры, опять же. Поэтому приходится таскать телефон на штативе в лесу, чтобы вот ловить хотя бы такие моменты. Все. Все нахуй на этот сайт! И быстро, блядь!